Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Бэтмен, рыцарь Архима. В прошлой серии мы встретили первого Робина. Мы думали, что он умер, мы думали, что Джокер его убил, мы увидели даже целую видеозапись про это, но оказывается, он не умер. Оказывается, он и есть... Блядь, куда ты вылез? Куда ты вышел? Ты чё, блядь? Спрячься. Оказывается, это и есть наш предыдущий напарник. Я про это на самом деле... Как прятаться? Спрятаться за углом. Все, вот, спрятаться за углом. Короче, мы теперь знаем, что это он. А что я могу сделать? Я забыл уже. Что мне нужно сделать? Он снайпер, если что. Тихо. То есть, если что, он снайпер, как бы, и вроде как может нас убить. Нам надо прятаться от него и как-то к нему подобраться. Я не знаю, как. Все, вот так прям. Джейсон, I can help you. There's no helping. Джейсон, я могу тебе помочь. Мне не поможешь. И упал вниз. Выстрелил и упал вниз. Короче, это Джейсон. Джейсон, все, вспомнил. Джейсон. Не первый Робин, а Джейсон. Не только у тебя есть сообщники, говорит. Ой-ой-ой. А я сейчас что, он меня видит? Так, подожди. Мне надо избавиться от дрона, получается. Ослепили, хорошо. А я могу по дрону шарахнуть электричеством? И все? Он, то есть, ну, на месте как бы зависать немножко. Не годится, Джейсон меня заметит. О, слушай, так тут, туда нельзя прыгнуть. Я хотел прыгнуть просто с этого. Я просто хотел спрыгнуть с уступа, но не годится. Зацепиться крюком, метнуть батаранг. Левый. Так, Джейсон меня увидит, надо оказаться ровно под его позицией. Короче, нам надо как-то туда втихую подобраться, но если... Но вниз он не дает мне спрыгнуть. Давай сразу сообщников пока с безопасного расстояния мы повыносим. Ну, не надо было слазить, вылазить из дыма. Я же дым не просто так бросал. Бетс, ты чё? Ты чё тут тупишь? Забыл, зачем мы вообще этим занимаемся. А, так он меня видит. Я понял. Все, спрятались. Да не типа, не сильно-то я и спрятался на самом деле. Удар в планировании. Да иди, блядь, не подниму сюда. Слушай, нажимаю кнопки атаки, а он прям. Все, пойдем снизу, попробуем подобраться. Попробуем подобраться где-нибудь снизу. Здесь, вот так. Не пройдем мы туда, нет? Спрячься. Я больше не твой помощник, я повзрослел. Ну, слушай, ты классно, конечно, все придумал, но, блин, на самом деле Бэтмен думал, что ты мертв, как бы. Так вот, я прямо оказался под его... Тебя морочит Джокер, я это по себе знаю. Ничего ты не понимаешь, лицемер. Граната. Хорош, молодец. Джейсон молодец, знает, что надо делать. Сразу с козырей пошел, сразу взял гранату в руки. Где он? Бегите из крыла, пока не выпущен газ. А, все, я вылез так просто, взял и выбрался. Я умею терпеть боль, Бэтмен. Я учился этому у лучших из лучших. Сочувствую, на самом деле. На самом деле сочувствую, как бы... Давай, удар в планировании и будем, короче, раскидывать потихоньку. Тихую сокрушим пока они не сваляются. Ой, короче, просто душишь их всех током и бросаешь дым. Взрывчатый гель, а что у меня взрывчатый гель в руках? Ух ты, а кто меня так током ударил? Так, тихо, он прям хорошо бьет. Все, я спрятался, убежал. Не нужно было никаких этих, никаких крюков использовать. Блядь, слушай, нормально он шарашит. Снизу, короче, было нехорошая идея сейчас подходить. Ладно, надо добить последнего этого. А где он? Где мой враг?
Не в этот раз, Бэтмен, без маски ты пропал. И чё? Ну типа, с маски же меня никто не снимает. Бегай, бегай, бегай. Слушай, а хпшки интересно останавливаются, если я буду прятаться? Наверное, нет. Наверное, они не восстановятся. Он же прям надо мной. А-а-а, блядь, это ебучий дрон меня бил. А я что-то не понял, что у меня там все. Блядь, я думал... А, я тоже умею током кидаться, блядь. Мне столько хпшки снял, засранец, а я просто не... Я думал, что это Джейсон. Я думал, что это Джейсон этот. Куда добраться нужно? Где он, кстати, сидит? Я что-то не понял. Так, нет, не здесь. Здесь, что ли? Где-то вот прям я под его позицией. Так меня сейчас убьют. Меня же сейчас убьют просто. Вот так, все, я подобрался к нему. Робин, остановись. Не называй меня так. Это не я. Но ты Робина тоже заменил, это не Робин. Это Джейсон, рыцарь Архима, все. Опять он куда-то спрятался. Мне хп восстановит? Удерживать, я понял. Не, хпшки так же мало. Так же мало, как и было. Да что у вас, а? Надо сразу вырубить дрона. О, так тут турели понаставили, ты посмотри. Так, хорошо. А врагов не будет? Я бы стрельнул просто электрическим зарядом. Я понял. Надо, короче, подобраться поближе и застать его врасплох. Сейчас он подельников своих не выпускал, да? Ну, слушай, Джейсона на самом деле можно понять. По факту, его, ну, он пропал, был в плену, его заменили сразу же. Ну, то есть, о, загадочка. Давай сюда ее. Его по факту сразу же заменили на другого. Ну, не сразу же, но через полгода, типа. Ну, полгода, понимаешь? Ну, типа. Это разве показатель? Джокер поступил так со мной из-за тебя. Он тебе хотел досадить. Ну, конечно, я согласен. Но тут вопросов нет вообще. Так, подожди, а снизу, то есть, я туда не пролезу, да? Тут взрывать ничего нельзя? Было бы круто, типа, взрываешь пол и прямо из-под пола такой. Фу, вырубывай. Нет, нельзя. Нельзя, они мне крутецкий выход не оставили. Крутецкий выход они решили приберечь для какого-то другого ситуации. Знаешь, где Джокер меня держал? Я был так близко. Слушай, реально близко где-то с Бет с пещерой держал? Не может быть. Нужно подобраться поближе к Джейсону, оглушить его. А чё оглушить? Давай уже, ну, типа, давай разберемся раз и навсегда. Так, знаешь что? Тут ты спрячься, блядь. Мне нужен дистанционный этот взламыватель. Мне надо турельку вырубить одну. Ай, на 15 секунд только, ну спасибо. И меня сейчас еще снайпер палит. Тише. Спалил, что ли? Не должен был. Ну он здесь все равно тусуется, ну уберет сейчас. Рано взломал, надо было подождать, пока его прицел пройдет. А вот прицел его идет. Надо было подождать, пока его прицел пройдет, а потом выходить вырубать эту турель. Ай, блядь, меня другая турель начала гасить, я понял. Ай, все, давай, просто в наглую. Просто в наглую под пулями пробежали вырубить его. О, пошел махач, в рукопашечку. Винтовку выбил, это хорошо, пускай в рукопашку разберутся. Ты Робин Джейсон, а не то, что он из тебя сделал. Хватит, заткнись. Он с него типа вот часть брони сорвал? Нет, не ударит. Ну нельзя, это же, ну это же Джейсон. Как его можно бить? Понятно, что он кукухой двинулся, но его пытали сколько? Лет, наверное. Как ты мог? Прости. Ты оставил меня гнить в этом заброшенном крыле Архама. Больше года с ним. Еще не поздно. Мы можем все исправить. Вместе. Альфред, я нашел Джейсона. Простите, сэр, я, должно быть, ослышался. На секунду мне почудилось, что вы сказали, что нашли мастера Тодда. Не ослышался. Боже мой, он в порядке? Нет. Не в порядке. Вообще не в порядке. Далеко. А, так он убежал опять. Он оставил маску и свалил. Ну, правильно, куда он уже с Бэтменом не пойдет, ему не доверяет, ты че? Кто, интересно, ему вот это оборудование выдал? Ну, типа, маски, крутые костюмы. Это ж кто-то должен был изобрести.
Что ж, я полагаю, рыцарю Архима пришел конец. Имя он себе сам выбирал, благослови его бог. Где лучше свести человека с ума, если не в дурдоме? Это все Джокер сделал. Знаешь, скучаю по этому месту. Как знать, может, там мы однажды и окажемся. Ты, Джокер, уже нигде больше не окажешься. Если что, тебя вообще спалили, а ты просто плод моего воображения. Ну, как бы, давай смотреть на вещи честно. Все с тобой не пообщать. Ладно, давай, Гордона освобождать, надо с Пуглом еще разобраться. Нам надо подняться на крышу Пугала там. Что случилось? Я пошел за Крейном и попался. Джим, сожалею о Барбаре. Не надо. Давай закончим дело. Слушай, ну человек дочь потерял. Причем очень жестко. Она сразу вообще инвалидом стала из-за Бэтмена, а потом она еще и погибла из-за него. Пиздец. Я должен был его остановить. Джим, берегись. Да это просто рукопашечка. Ничего сложного. Вот так вот просто всех. Ну я вырубил ему просто его электрические эти руки, чтобы он на меня с ними не кидался. О, он сейчас мне вкинет что-нибудь. А-а-а, мы труп не можем перехватить. Ну не труп, тело, типа, он же не... Ладно, крыло и погнали. Накидывать ему. Групповой решающий удар. Ну так давай, пожалуйста. Ты видел? А плюс Б, может, А сразу, сразу А, потом Б, а я нажимаю две сразу. Последний вопрос, да. Блять, батарангом, типа, хоп, кинул, все. Ты как, Джим? Бывало и хуже. Не бывало, Джим. На самом деле не бывало. Я больше никого не остался. Я не знаю, жена у него есть или нет. Но дочери точно уже нет. А еще мы Робина заперли в камере. Помнишь, в клетке? Джим, я просто хочу сказать. Работать с Барбарой — это было честью. Да ему без разницы, я думаю. Перестань. Даже если бы ты знал, чем она занимается, ты бы не смог ее остановить. Она упрямая. Вся в отца. Храбрым. А знаешь, на службе случается видать всякого. Страданий, боли. Но я никогда не забуду, как брал показания 8-летнего мальчишки, у которого на глазах только что застрелили родителей. Это он, кстати, про Брюса. Ты был добрым, Джим. Я все думал, надо тебе сказать, пока есть возможность. Надо извиниться. Ты вовсе не должен. Мы похожи, Брюс, на все готовы ради близких. У них голос такой одинаковый, я не понимаю, кто кому говорит. Ну, немножко так. Такой трогательный момент был, а я своей голимой озвучкой все испортил. Идем. Жалко, что они игру не озвучили на русский язык, был вообще супер. Обожаю игры, когда есть русский язык. Можно слушать просто, не читать субтитры, слушать. На колени, Крейн. Быстро. Это будет финал, финальный босс, ну типа файт, я не знаю, это он не просто так добрался, значит. А я, признаюсь, сомневался, что сможешь. Дважды просить не буду. А я не с тобой говорю. Пора. Что пора? Джим? Извини, иначе я не мог. Что? Верни мне мою... Она жива! Жива, Барбара! Да ну нахуй, жива, блядь! Барбара. Папа, ты в порядке? Он тебе ничего не сделал? Что ты делаешь? Вызывайте транспорт, мы уходим. Да, сэр. Охуеть! Пора людям Готэма увидеть истинное лицо своего спасителя. Человек. Самый обычный. Потерявший надежду, преданный друзьями, парализованный страхом. Не, Брюс, страхом не парализован, это точно. Это не про Бэтмена. Отпусти ее. Вам еще предстоит сыграть свою роль. Мы договорились. С кем ты договаривался? С Пугалом, что ли? Не смеши меня. Как только я понял твой главный страх, управлять тобой стало просто. Ты винишь себя за ее травму. Не, надо винить Бэтмена. Ну или Джокера, ну Бэтмена. Как ты хочешь защитить ее, но глубоко внутри гнездится страх, что однажды ты этого не сможешь. И раз ты боишься, ты в моих руках. Не выстрелит он. Ну типа, если он выстрелит, скорее всего дочь убьет. Хорошо обдумай ваш следующий шаг, комиссар. От него зависит ее жизнь.
Там броня нагрудная, да нет. Папа нет, кричит. Там нагрудная броня, он не пробьет. Думаешь, я хотел его смерти? Думаешь, это спасет твою дочь? Знаешь, что бывает, когда человек не дает страхам себя контролировать? Он столкнет ее, а об этом он ее спасет. Он должен с ними сразиться. Нет, возьмите меня. Тебе нужна не она. Возьми меня, пожалуйста. Там Бэтмен будет стопудово. Ну, он жив, ну, типа, это просто нагрудная пластина. Типа, что это будет? Там самая мощная броня, голимый револьвер. Я тебя не боюсь. Бояться это нормально. Так она же сказала, что не боится. Ты че, в уши долбишься, если не услышал? Она тебя не боится. Давай, Бэтмен. Ну, я верю, ну это Бэтмен. Есть, ха-ха, я сказал, блядь. Ну куда Бэтмен? Ну просто пуля в грудак, да? Это не серьезно. Это даже не в лицо, понимаешь? Он прям просто упал с высотки вместе с ней в руках. Тебя не задело? Я думала, папа тебя убил. Да ну ты че, ну не смеши, блядь. Он знал, что делал. Там. Куда они его забирают? Спаси Барбару. Ну типа... Надо спасти... А нет уже Бэтмобиля, сюда танки приехали, а Бэтмобиля больше нет. Все, Бэтмобиль закончился, его разбили. Его Джейсон расхерачил в туннеле. Что мы будем сейчас делать против танка? В рукопашку вряд ли мы попремся туда. Бэткрыло осталось, я знаю, что Бэткрыло еще есть. Защитите Оракула. Где Бэтмобиль? Уничтожен. Что? Не страшно, у Люциуса есть еще. Вызвать Бэт... Новый Бэтмобиль дадут? Да ладно! Это новая модель! Или старая? Да не, он точно такой же. Да он точно такой же, блин. Слушай, их было 21, пока я залп не сделал. Пока не сделал залп, представляешь? Слушай, хорошая точка. Новый, обновленный какой-то. Я не знаю, то ли шустрее, то ли мне кажется немного. Эми взрыв у меня добавился. Хорош. А я думал, все, Бэтмобиль больше не будет уже в игре. Мне вот эта, знаешь, фраза понравилась, типа, ну что, Бэтмобиль уничтожен, он такой, ничего, у Люциуса есть еще. Ну типа, у него там этих Бэтмобилей, наверное, гараж-то. Блядь, не успел. Сука, не успел. Вот, падла, иди сюда, блядь. Дай-ка я тебя разберу. Потому что вот эти вот танки вообще, ну, фигня на самом деле. А вот направляющиеся ракеты меня иногда достают. А, что-то мне там рассказывают. Ну, мне что-то говорят боевики, но я как-то не особо читаю. Я занят, у меня бой. У меня танковый бой. Пошла ракета. Все, ноль, готово. Кстати, у него такой черный, почему он как-то белый, типа? Он уничтожил бесплодников. Так, надо сюда подъехать и Барбару, ну, спрятать. Пугало убьет его, да? Пока через него можно достать меня, не убьет. Ну, кстати, да. Ах ты мой рыцарь, помнишь, когда-то ты меня так нес? Я-то не помню, потому что был мертвым. Все, Джокер, слушай, ты таких дел наворотил, иди ты лесом. Хорошо, что его убили. Я подготовлю для тебя место. Мы найдем твоего отца. Слушай, ну реально он серый, он уже не черный. Они типа... Барбара, я попался на уловку пугла. Я видел, как ты умираешь. Он отравил тебя. Не надо за нас бояться и винить себя, если что случится. Мы знаем, на что идем. Ну, как бы тоже знаешь, верны на самом деле слова Оракул были. Хорошо, что ты снова с нами. То есть типа... Они ж не дурачки, как бы, ну, не бараны, которых он ведет на поводке. Кэш, я нашел Барбару. Она жива? Слава богу, что с Гордоном? Его захватил Пугало. Да ты что, шутишь? Мы вернем его, Кэш. А, так вот, что я говорил. Они же не, ну, безвольные, как бы, овечки, которых он ведет за собой. Понятно, что, ну, все враги Бэтмена пытаются достать его через его напарников, но все его напарники это понимают. Но Джейсон, кстати, вот кукухой поехал и не совсем понял. Ну его тоже винит, блин, ну целый год его пытали, представляешь, целый год его пытал какой-то псих. Ну это, блядь, да никто не выдержал. Удивительно, что он вообще хотя бы способен еще думать и функционировать как-то.
Давай, спрячем Барбару в полицейское управление. Тут явно будет безопаснее, чем в одинокой башне. Где Тим? С ним все в порядке. Он в порядке. На киностудии остался. Надо, кстати, его выпустить, как бы. Барбара, как я рад тебя видеть. Привет, Аарон. Давно не виделись. Барбара теперь будет помогать нам здесь. Как скажешь. Она теперь работает на тебя? Черт, о чем это я? Все мы работаем на тебя, да? Да, все вы работаете на Бэтмена. Ой, все на Бэтмена. Все работают на Бэтмена. Слушай, ну ее покоцало, конечно, нормально. Так, посмотрим. Сначала установим связь с компьютерами часовой башни. Их точно пора обновить. Так, уже готово. Слушай, интересно, почему... Черт, бандиты пугало уже тут как тут. Они пытаются уничтожить серверное помещение. Копируют данные с главного сервера. Не успеет, не выйдет. Боевики блокируют доступ. Пропало соединение, нам нужны эти данные. Единственный способ найти моего отца. Да мы сейчас пойдем их всех там вручную, как бы. Раскидаем всех. Тебе нельзя туда идти, они же тебя ждут. Я на это рассчитываю. Слушай, надо сгонять... О, что расскажешь, Джокер? Не дайте боевикам пугало уничтожить сервер. Я до сих пор испытываю слабость по отношению к милой Барбаре Гордон. Хорошо, что эта слабость никак не влияет на спинной мозг. Пидор, блядь, ну. Пседа подстёбывает. Да, я знаю, что ты, блядь, выстрелил ей в спину, и она теперь не может ходить. Спасибо, что напомнил, блядь, это в очередной раз. Так, а где она? Я сейчас сориентируюсь в комнате. А. О, ты что тут сидишь? Особо опасно? Стэк, точно, прикольно. Выжил, значит. Когда меня снимали судно, я ждал, что меня спасут, они повяжут и кинут в камеру. Да у тебя с головой хуже, чем я думал. Не ожидал такого, Бэтмен. Не ожидал. Ну вот что ты ожидал? Слушай, ты построил, блядь, шквальный этот ливень. Ты за мной будешь ходить все время? Рано или поздно этому заблудшему маньяку придется признать, что деньги не дают ему права делать все, что захочется. Правда, Стэк? Это он про Бэтмена типа говорит. Это он говорит про Бэтмена. Ой, ладно, все, поехали. Поехали, что у нас там дальше по заданию? А зачем ты прыгаешь? Не волнуйся, Бэтмен, мы присмотрим за Барбарой. Часовая башня в твоем распоряжении. Дверь открывай. У нас как бы емкость карцера 37%. О, ты кто такой? Командир блокпоста. Ой, блядь, ой. С тобой разговаривать вообще бесполезняк полнейший. Я до сих пор не понимаю, почему вот этот чувак зеленым подсвечен. Ну, блядь, с ним не дают взаимодействовать. Задаем жару Бэтмену. Да чё, как иначе? Сяду сейчас свой... А, фоткает, блядь, напротив Бэтмобиля. Я думал, они стреляют в него. Ну, ребят, блядь. Ну, конечно, такую тачку вы больше нигде не видите. Такая только у меня больше ни у кого нет. Ну, у Люциуса еще их там куча стоит. Это типа мои все. Так. Полетели в часовую башню, нам надо все-таки достать эти данные и спасти. Так получается, у нас вся игра, типа, едем спасать одного, едем спасать другого. О! Дай-ка я тебя раскидаю. Не оторветесь. Я взял вас на цель. Типа, жить вам там осталось совсем чуть-чуть. Я не понял. Что это за броневик такой, блядь, здесь оказался? И откуда у них, блядь, столько машин? А в кого я целюсь-то? Да выстрели, блядь! Что это за гонки какие-то странные? Так, минус раз, окей. Жалко, что в этом замедленном режиме он не наводится с такой же скоростью. Минус два. Да ты пулями мне вообще ничего не сделаешь. Ой, много раз придется по нему попасть, конечно. Он кругами ездит. Мы же здесь уже проиграли. Еще один джип. Надо сбить.
Вот прикольно, когда камеру не меняют управление, вообще легко управлять автомобилем. А вот когда я ездил с этим, с каким? С Джейсоном, он прям постоянно убирал, и мне было не очень удобно. Меняет вид, а ты же сам понимаешь, ну вид поменяли, ты привык к одному, а тебе подсовывают что-то другое. Почти мог нажать, но не нажал. А, его ракеты сбивают мои ракеты. Во, прикол. Не знал. Ой-ой-ой, блокпост врезался. Надо будет, кстати, блокпосты тоже позахватывать. Мне надо... Я хочу с этим сразу разобраться. Чё-то он такой шустрый стал. И это очень какая-то долгая погоня, на самом деле, как-то в этот раз. Ну... Понимаешь, просто Бэтмобиль похож на броневик, который может так быстро ездить, а вот эта коробочка как-то не очень похожа. Да черт. А ведь почти догнал. Он очень далеко как-то уехал. Еще надо выстрелить раз. Я думал, это последний. Сука, на. На, бля, подлюка. Фу, все, разобрался. Так, мне основной квест. Нужно ехать вот сюда. Так, в командовании боевиков еще один командир меньше. А ё-моё, все разбегаются, никого не гнет, и шокером не жахнуть даже. Угла прямо в ярости. Ладно, без газа прожить можно, но без шквального ливня. Он же собирался пролить его по всему миру. А я его уничтожил. Все, я его уничтожил. Больше у него нет шквального ливня. И не факт, что он, кстати, сделает новый, потому что он-то делал его не своими силами. Ему сделал этот стек, который сейчас в тюрьме. Отступаем, он нас догонит. Ой, а что ты делаешь? Что это я понажимаю? А, слушай, они охраняли типа снайпера охраняли башню? Как-то у них плохо получилось. А, сначала надо все зачистить. Окей, окей, я понял. Кто? Где снайпер? Вон. Удар в планирование, полетели. Спасибо. Спасибо, этот уехал. Кто остался еще? Все, наверное, два снайпера только было. Зачем я запустил бэт-крыло, я не знаю. Просто захотелось. Зайдем? Так, еще... А, снизу, наверное, меня кто-то ждет. Они просто так... Ну, на самом деле, так... Так низко меня ждут. Типа, они даже не видели, что здесь происходит. А, то есть тут стекло? Это стекло? Серьезно? Я думал, здесь пусто. Я думал, сейчас ты типа просто упаду вниз. Где еще кто? А, вот ты где. Я тебя не заметил. Блин, ну я не туда уехал, конечно. Ой, а их много.
Да, просто давай залезем и будем драться. Кстати, пулеметчик есть этот не очень приятный. Блин, не хотелось бы с ним сражаться. Я в прошлый раз намучился. Я с ними в прошлый раз очень сильно намучился. А вот он и залез сюда. А у меня нет больше дымовой. Я помню, что с ним надо просто вот драться, 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 все удары эти отпрыгивать, бить, 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 бить. И просто через несколько удачно... А, слушай, так это надо было подряд сделать. Ух ты, вот это прикольно. Да, ударь его. Все, хорош, добей. Последний, наверное, остался, нет? Все? Посмотри на них, Бэтмен. Посмотри, как они дрожат от ужаса перед ночным хищником. Ты любишь, чтобы жертва трепетала, да? Мы оба используем страх. Темный рыцарь, но только один из нас его понимает. Все, я могу ехать наверх. А, нет, там еще 30 метров туда. Там еще один отряд, еще один. Тут такие сервера мощные, офигеть. Так вся башня это тупо сервера. Страх не дубина, Бэтмен. Это не меч и щит. Страх это скальпель, который срезает жертв всю ее притворную цивилизованность и обнажает ее истинную сущность, трусость. Так... А, противников обнаружено один, еще где-то один противник есть. Я его, кстати, когда включил, видел, вон там же стоит кто-то. Как это получается, что я всех раскидал, а его одного оставил? Он с пулеметом, да? Бесшумный прием, да и все. Все веселуху пацан пропустил, наверное, где-то ходил, в туалет отошел, возвращается, все лежат. Ты гордишься тем, что с ними сделал. Гордишься, что показал всему миру, какие они нытики. Я сделаю с тобой то же самое, темный рыцарь. Я уничтожу каждый твой слой. Раскрою суть Бэтмена. Теперь я могу это использовать, этот компьютер, да? Да, могу. Теперь могу. Тогда нельзя было. Тогда нельзя было. Я подходил, он мне ничего не давал сделать с ним. Он ничего с ним не давал сделать. Данные получила Барбара. Оракул, часовая башня в безопасности. Связь с главным компьютером восстановлена. Класс. Так, кажется, в паре серверов настал каюк. Мне нужно немного поколдовать, чтобы восстановить данные. Но к твоему возвращению я уже буду в сети. Спасибо. Можешь пока заглянуть к леди Готэма? Этот журналист, Джек Райдер, отправился туда по наводке. Кэш не хотел его пускать, но тот на него наорал, про гласности пошел. Ой, ну сейчас журналюгу еще этого спасать. Ну серьезно, блядь. Сейчас еще разбираться с этим журналистом, который... Джек Райдер расследовал что-то опасное. След вывел его к леди Готэм. Нужно его выследить. Все это добром не кончится. Ну, слушай, это просто журналюга, который пошел, блядь, на... самостоятельно пошел на риск. Пускай идет. В окно вылезешь? Хорошо. Где Бэтмобиль? Дайте, я на тачке поеду. А я контрудар не успел нажать. А вот этот меня вообще сбил. Засранец, а? Давайте я их быстрее. Я так балдею с этих контрударов. Ну чё, сука, кто еще на меня? Больше никто не хочет. Больше явно не хочет никто. Они меня порой начинают напрягать. Хочется вот так вот взять просто и всех расстрелять. Но Бэтмен как бы не убивает. Бэтмен не убивает врагов. А, нам нужно на другой этот ехать. Мы здесь только можем выскочить из тачки и все. Нам надо ехать на другой остров. Куда? Чё он делает? Это какая-то секта, что ли? Это реально секта? Это те убийства, которые были в начале. Кто осмеливается нарушать ритуал? Бэтмен, это ты?
Вытащи меня отсюда. Это священная земля, тебе здесь не место. Но Бог послал тебя, чтобы я мог искупаться в твоей крови. Да не смеши, дед, ты чё? Смеешься, блядь? Дети мои, дьявол приходит в черных одеждах. Разнесите его на месте. О, у них клинки есть, круто. Я их просто всех сейчас раскидаю, как следует. Ой, блядь, сбил мне этот весь. Клоняйтесь от противника пока что. У меня 2 минуты только есть на все про все. Прям долго слишком клоняться, проще атаковать. Серьезно, лучшая защита это нападение. За сколько я их раскидал? Я таймер не обратил внимания, сколько там было времени. Ну вот и все, больше у тебя нет твоих барьеров. Теперь ты узришь, как клинок рассекает его горло. Что? Ой, вот и все, дед, вот ты и попался. Я смотрел в глаза смерти чаще, чем ты можешь представить. Я буду здесь, когда тебя не станет, Бэтмен. Готэм будет моим. Слишком много людей хотят захватить Готэм. Не читай мне проповедь. Слушай, слишком много людей хотят захватить Готэм, серьезно. Почему так долго? Шучу, похоже, я нашел свой сюжет. Вот оно, Бэтмен. То, что может вернуть меня в обойму. Мое собственное шоу. Это первый гость. Как насчет этого? Настоящий Бэтмен. Твоя история. Я везу тебя назад в участок. Ну, назад в участок. Больше шансов никаких нет. Больше никакой вероятности того, что что-то это произойдет. А он прям на Бэткриле его занес. Слушай, а я сам на Бэткриле еще не летал ни разу. А получается, мы вот один раз пролетели, чтобы спасти журналиста. Добро пожаловать в мою церковь, диакон. Оглядись вокруг, Бэтмен. Смотри, что ты хотел защитить. Готэм пал. Почему же ты сражаешься? Все кончено. Нет, не все кончено. Будет тогда, как... А, будет, когда я скажу. Увидите, запрети в камере. Слушай, получается, мы разобрались с этим убийством? Нет? Думаешь, это Блэк Фар настоящий священник, Бетти? А то мне надо извиниться перед церковью Готэма за то, что, блядь, я не вижу субтитры. За то, что там что-то кислотой в святой воде, крещение вышло эпичным. А, за тот случай с соляной кислотой в святую воду. Ясно, короче, он когда-то крестил людей, кто-то крестил когда-то людей, и он туда пшикнул. Альфред, я возвращаюсь в полицейский участок. Возможно, Оракул знает, куда Пугало забрал Джима. Теперь у нее есть доступ к компьютерам часовой башни. Я в ней не сомневаюсь. Так вот, блядь, перебивать не буду сказать. Джокер в соляную кислоту в святую воду добавил, и кто-то крестил кого-то. И, ну, получается, как бы ничего хорошего из этого не получилось. Мы же знаем, что ничего хорошего. Тихо, подожди. Бэтмен. Я принял живейшее участие в перестройке острова Основателей. Там теперь полным-полно превосходных головоломок. Ай, загадочник, интересный, блядь. Такой неинтересный, ну просто капец. Его загадки это просто были гонки. Ну ладно, некоторые загадки были прикольные. С одной я, конечно, долго помучился. Но так неинтересно все 200 штук разгадывать, чтобы его победить. Ну серьезно. Где моя тачка? Я быстрее на машине доеду, серьезно. Ну, блядь. Разбили тут, блядь, разбили всю парковку, разнесли все к чертям, зато доедем побыстрее. Это явно быстрее, чем ехать. И, кстати, странно, что у полицейского участка нету входа, как бы, ну, обычно. Не все же сюда на машинах приезжают, правильно? Пугалу пора сдаваться, ему с тобой никак не тягаться. Ну, конечно, конечно, пора сдаваться, я согласен. Согласен с тобой целиком и полностью. И получается, что люди, которые приходят, ну, посещают полицейский участок, проходят всегда сразу мимо камер всех. Ну, это как-то так себе, если честно. Ну, типа, тут опасные преступники, все дела. Но я думаю, что это не главный вход. Я думаю, что есть нормальный вход с улицы, где для обычных посетителей, а не вот это вот все. И у них прям не полицейский участок, а какая-то военная база, серьезно.
Свои, свои, не боись. Не дергайся, так сразу голову поднялся. Нормально, все это Бэтмен. Я просто весь в броне. Так, а здесь, получается, теперь и проповедник в этой камере сидит. Окей, хорошо. Зачем ты людей убивал, дядя, блин? Ты здесь надолго, Блейк. Blackfire. Blackfire, блядь, дитя. Эти решетки не удержат меня. Придет время, и Господь растопит их, словно горячий воск свечи, и я буду свободен. На твоем месте я бы молился. О, я буду. Я помолюсь за каждого. За всех заблудших детей Готэма. Особенно за тебя, Бэтмен. За тебя я помолюсь особо. Спасибо, спасибо. Слушай, я, конечно, в эту всю фигню не верю, но спасибо. Если ты так прям Отдай диакону должное, Бэтс. Все, что заставляет бомжей работать, уже во благо. Ну, в чем-то Джокер прав, конечно. В чем-то он прав. Так вот, я знаю, что хотел сказать. У нас-то оказывается 0-0, то есть мы по факту из компаньонов потеряли только Плюща, и то так, полукомпаньон как бы. Понятно, что она помогала, но она все-таки злодеем была. Потеряли только Плюща и спасли женщину-кошку, и Оракула спасли. 0-0, короче, 0-0. Компаньоны мертвые 1, спасенные 1. Нормально. Я считаю, что неплохо. Я считаю, что очень даже неплохо. Так, знаешь что, давай на этом моменте серию заканчивать, а в следующий продолжим спасение Готэма. Спасибо, что досмотрел до конца, я надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.